Всем привет, мои дорогие друзья, уважаемые подписчики, а также гости и зрители моего канала, с вами Дэйв, и мы продолжаем наше замечательное выживание в игре 7 Days to Die, альфа, хрен его знает какая, альфа 26, 100 дней выживания у нас, друзья мои. В общем, что мне надо? Мне нужно обязательно улучшить вот эту фигню, притом сейчас же. Для чего? Для того, что я не могу сделать себе стол оружейника, потому что он открывается, сейчас скажем где. Ору. Во втором исследователе. В общем, все у меня есть, и даже этих есть. Разобрал я, выучил я кривое лезвие себе, и выучил я подсумок. Вдруг пригодится когда-нибудь в перспективе. Сейчас мы забираем дрова огромнейшие. Спасибо, ребята, за то, что так лестно отзываетесь о себя видео. Все-таки я иногда читаю, но это не сильно часто. Так, 5... Блять, еще 5 сказал. И я сказала нет. Это очень сильно приятно и способствует. А чему способствует, не сказали. Улучшаем. Нужен инструмент. Какой тебе блестящий? Деревянный молоток или гвоздодер? Да чтоб тебе подбросил и не поймал. Куда вот я его засунул? Ночью попробовал себе устроить небольшую разборку. Но, к сожалению, пока что пришлось мне сожрать 5 консервов. Да простит меня, товарищ козу. За то, что я их так нагло и полностью собрал, сожрал. Чё надо? А, молоток надо. Иди, дурак, я сам открою. У меня где-то в гробике был молоток. Вот, молодец. У Бегарадрика есть большое сокровище. Во, улучшаемся. Идем, блестяще. Так, и открыто, занято. Так, кузнеца, переработчик, стол механика, стол ремесленника. И чё мне надо? Оружейника. Вот теперь мне надо 20 очков. Часть очков мы сейчас получим. Повучим. Лишние банки мы сложим взад себе. Больно будет, конечно, но куда деваться-то? Вот эта вот конопля здесь нахрен не нужна. Так. Туна. Черничный пирог. Я тебя съем. Обязательно. Очень тяжело сейчас, ребята, мне пока что на данный момент. На данный момент мне сильно тяжело. И тяжело в плане того, что у меня вот от всякого говна. Вилы. Даже вилы есть, ребята. Вот всем нам вилы. Так, 3-2-2-2-2-2, широко на широкую, я все равно вешал, как хрен знает что, попробовал я вот тут блок поставить, вот такой вот блочок, 2500, просто из кирпичей делается, кирпичей я тоже себе наколдовал ночью, и сложил их уже в какой-то из ящиков, в общем, поехали, ребята, ночью мне хотели съесть, но у них это не получилось, так, бензин есть, кирпичи я отложил, нужна лопата, потому что мы будем копать. Надо попробовать этим кривым лезвием повоевать. Так, а у меня к дробовику-то патронов-то, по-моему, и вообще нет, да? И без стола... А, бля, стящие. Это я просто мужик такой, выложил их. Ну-ка. А, вот так вот. Вот так вот. А то я, как обычно, в своем репертуаре все лишнее сплевываем тогда. И давайте запчасти лук тоже туда. Кис точка. Взлом очка. В общем, что у меня по стрелам? А, у меня еще и стрел нет. Фея. Ну, молния, но фея. Как обычно. Так, что у меня по вибрострелам? Ну-ка, создаться мне еще 6 штуков. Чего не хватает-то? Скорее всего, вот этого не хватает и вот этого не хватает. А можно еще? Я, кстати, могу с железной стрелой сделать 7 стрел. Да нахрен они мне не вперлись, как говорится. Сколько? 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 2? Что у меня? Каменная стрела. 2. А чего не хватает? А, травы не хватает. Ну, как обычно. Все как обычно. Чего-то да не хватает. Так, вот эту вот конопель надо весь куда-то сложить. А вот куда все это сложить? Здесь занято. Ну, давайте сюда весь конопель сложим. У меня даже яйцо есть. Преимущественно даже не правое. Вот еще. Че, не лезешь? Так, 2 бутылки. Одна бутылка такая, одна бутылка такая. Сейчас бутылки сплюнем по-быстренькому. Тут кто? Тут кто? Тут оно. Она. Была с повадкой кошки или котенка в 3 недели. Так, в принципе, я могу молоток сюда и обратно вернуть. Это могу разобрать. Упорядочиваем далее. Так, у меня нож на замену вот этого, этот скряп. Хрена. Он не скряпается. И... Так, далее. Самое тяжелое. Кривое лезвие. Я его все равно пока положу, пока у меня моя... Это работает, ребят. Дорогие мои.
Дорогие мои! Старики, давайте я вас сейчас расцелую. Так, здесь мне ничего не надо, здесь мне ничего. Целых 40 минут просрал. Да где? Даже не 40, а более. Все, отлично. Пожираться есть, полностью здоров, жив, цел и орел. Только мало этого, травы. Ну, поехали. Что-то меня тут ночью занимались. Чего я так медленно хожу? Блин, это не та игра. Ага, вот он, этот блок. Надо его вернуть его себе взад. Еще канистра у меня весит 4 килограмма. Так, что у меня по общему весу? 82. Как не вахайся, все равно 82 получается. Кто мне тут устраивал ночной друпупу всем племенем? Сейчас как дам, блин. И добавлю. Надо было кувалду отчинить. Ладно, вначале мы будем собирать... Кстати, зря я это вытянул херню. О, какая красота-то. Вначале мы будем собирать траву. Да чё ты не бежишь-то, блин? Это вот он бежит, что ли, с такой скоростью? Чё, у тебя ноги переломаны? Или что с тобой не так-то? Броня, 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 броня. Давайте снимем броню из металлолома. Он так побыстрее зашевелится. Потому что, блин, жуть. Вот такое ощущение, что я иду. Понимаете? А может, я раком? А, точно раком. Ворону в драку и ей это, сраку. Так, а где же мы будем обороняться? Здесь меньше всего бы не хотелось здесь рисаются. Я думаю, что мой дом вот оборонный будет где-то вот в этом месте находиться. Здесь где-нибудь и построим себе. Давай, куй. Почему я выучил стальное копье? Потому что оно попадает сквозь эти прутья решетки. И мы будем зомбиев именно таким образом и выколупывать. Сколько я там надрал? 1000 набрал? 1000 набрал. Так, бегом, 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 бегом. Мне тут все разбивает. Как же мне нравится ее хей. Так, запись запущена, запущена. Опущена. Вот что ты здесь делаешь? Ну, что с вами не так-то? Лут? Внезапно. Банку консервов и 14 популингов. Я того же мнения. Надо, кстати, его починить будет. Так, здесь мы можем спокойно запрыгнуть. Спокойно. Здесь у меня что? Лопата. Вот, я тебя нашел. Так, нужна лопата, нужно починить. Две ремки ищем. Быстро, быстро, быстро ищем две ремки. Кто увидит первый, тому приз. Ничего не будет. Починить не могу. А, рынка. Нужен, блин. Стеща. 27. А это чинится. Вот, в общем, я с собой два ремкомплекта заберу. Так, куда мне масло свое сплюнуть? Сюда я могу ли что-нибудь скинуть? Ничего не могу. Так, делаем быстренько стрелы. Либрострел. Да прекратите со своими железными. Дай мне нормальную стрелу, блин. Каменную, в которой нужен камень. Что, естественно, то и не без оргазма. Так, сколько? 22 штуки. Достаточно устраивает создаться, пока оно там создается. Так, что мы? А я этот сундук просто поставил, да? Время-то. Время. Время на кисеница. Так, у меня есть пули. Это какие пули? Это пули, которые 9 мл. А это 10. Так, что у меня с пистолета излома? Стреляет десяткой, значит... Блинский дождь попал в Санкт-Петербург тут, понимаешь ли. Ничего я не имею против этого... Второй столица, но тем не менее все-таки влажно. Так, заряд хватает, этого хватает, этому хватает, этому хватает. Так, что я хочу? И надо фары продать. Нужна мне эта бутылка? Хер меня знает, может и нужна. Так, яйцо сплюнь. Хорош. Сложнее всего после хорошей затарки плюнуть все лишнее. Так, тебя будем чинить, когда ты сломаешься. Правильно, веревка пригодится? Пригодится. Вот это вот тоже сюда скидываем. Где у меня пули? Черепашки никто не увидел. А ее там и нету. Она как суслик. Куда же я складываю пули? Юра. Юра. Блядь. И так ничего не видно. Да что ж с тобой подбросил, тебя не поймало. Вот у меня туевых учичьих патронов. Ну пусть здесь и живут. Правильно, правильно. Так, бутылки надо наполнять. Вот, молодец. Вот, молодец. Так, сплюнем сюда масло пока что. Коктейль молота. Ну, вдруг там какой-то друппипюп выскочит, выпрыгнет и пойдут эти по закоулочкам. 87 из 120. Все равно тяжело. Тяжело. Притом, самое тяжелое у меня здесь бочка и лопата.
Ну, у меня еще каждый вот это вот весь 3,5, 1,5, 5, весло 5,5. Опять. Может быть, 30 килограмм кувалда? Да вы что? Чтобы за место нее воткнуть себе. Это же просто вот, представляете, вот эту кувалду выкладываешь. Да что ты так орешь-то? Угомонись. Кувалду выкладываешь, и становится хорошо. Ну, она зато ваншотит. Бежим. Слушайте, и правда бежит. Как настоящий. Так, вернуться к торговцу, поговорить. Мне нужно еще 200 очков. Плюс надо раскопать клад, который я с собой взял. Точно, взял. Отмычки есть. Надо дозачистить тот дом. Надеюсь, за ночь там никто не вырос. Новый. Неопознанный летающий. Звездец. Так, может сразу его дозачистим? Вот как. Рядышком у меня. А то мы там много чего не взяли. О, яйцо. Яички. Трыли-трыли-трыли-трыли-бум. Да, именно здесь он и есть. Этот. Сейчас проверю. Гав. Здравствуй, собак. Ты по мне скучали? А! Настолько не зачистил, что даже... О, ни хрена, плата. Плата. Кофемашина не тронутая. Надо было другую эту заливать. Бутылку. В кране нет воды. Это и правда. Вначале написал, что воды-то нет, а оказалось, что и есть. Так, консерва. Котеныш, я тебе еды принес. Давно тебя не слышу, не видно. Ты хоть как-нибудь там это... Помотай хвостиком. Гдезионный клей, это хорошо. Это хорошо. Это хорошо. Так, еще банка. Ну, то есть с консервами проблем никаких не будет. Поехали дальше. Здесь все залутал. Мой генерал. Там мы пробежали по странам. Сейчас мы этому в глаз дадим индейцу. Я тебя съем. Я плюну. Раз только мяу-мяу-мяу. Так, из чего? Из кожи. Да хватит. Одумайся. Еще две фары. Хари Кришна, Хари Рама. Тут все взят. Тут вот. Вонючий мусор пропустил. О, ни хрена у вас тут мусор вонючий. А лутный. Просто внутренняя жаба, вы сами понимаете, она же негодовать будет с такой степени, если я все не залутаю. Есть вода? Нет воды. Все взял. Так, вверх точно мы не об это. Ну, вроде, судя по тому, что здесь никого нет, тут никого нет. В принципе, и логично. Здесь никого. В унитаз. Налей-ка мне воды. Так, здесь ничего, 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 ничего. Пластик очень дорогой, имбалансно дорогой, я бы даже сказал. Так, это мое. Это мое. С одной тычки. Кресло. Что-то я не помню, чтобы я в этой комнате лутался. Бильярдный стол-то я уж точно не видел. О, вот. Тут это святое. Сейчас что не это продадим. Ну, и правда фуд. Консервированного горошка. Хочу. Хочу. Так, пиво. Нету. Фи. А так хотелось, так хотелось, так хотелось. Так, так, так. Главное не сожрать аптечку. Может мне ее пока убрать? Ну сейчас ее как только уберешь, сразу же придут и вставят эту аптечку. Так, мне нужна пила. И не пила, да? Пила и не пила. Кофр, да, забираем. Забираем кофе. Кофер это святое. Никого не затарили? Нет, ничего тут больше нет. Так, бильярдный стул. Ну, ладно, сам на нем сиди. И тут все. Тут все? Да вроде как все. Вот это вот пощупал, пощупал. Вот это пощупал, пощупал. Умница девочка. Сейчас мы этим довольным мордом. Мне вот интересно, когда они хотели добавить себя сюда. Они понимали, что их все время сковывать будут? У них как там? Ой, мысли материально же. Если сковать 10 раз. Так, что, куда-то я потерялся. Прыгал, прыгал и потерялась я. Маша учится? Нет, Маша уже умеет. Так, здесь все, здесь все, здесь все. Поехали. А там же где-то был переход вниз. Сейчас мы, по крайней мере, будем поднимать себе деньги. Экспресс-методом Илона. А, вот, вот и переход вниз. Ну, что-то мне цикотно немножко. Так, минералочку вот в эту бутылочку. Минерал очка. О, вкуснятина. Сильно вкуснятина к бинт-соловье. Гниющий мусор. Какой прикольный паркет. Так, и что тут? Сколько у вас тут килограмм? 45 ЛБ чего-то. ЛБ реализм. О, здорово.
Изолента — это святое. Фонарик, естественно, забираем. Ты не улыбся мне тут. Сейчас, вав-вав-вав, и все, и конец котенку. И больше сраться не будет. Не достает. Так, а я все куяльни-то убрал. Да, кстати, у меня же кирка есть. Кирка есть. Камень не выложил, ребят. Кто сделал фе и не выложил камень? Юрий Александрович, блядь, как же я тебя ненавижу. Оля любит мамбу, Оля любит мамбу, а мамба, мамба вас всех ненавидит. Кирпичи собираем, кирпичи — это святое. Пусть 4, левитирует, как настоящее. Так, и что из этого? А, хера. Была цыганка, хера. Слышали такую песню? Так, нитки, раковина, налей-ка мне воды. О, цемент. А лопату взял? Взял. Умница, девочка. Можешь, когда хочешь. Так, это муняфе. Ну, слушайте, ну, в принципе, нормально. Че это тут за подгузники-то? Комбинезон. Ну-ка, давай. Халявный цемент. Хрен достань. О. Внезапно. А че так тихо? А что так тихо? В общем, этим мы тоже всем не брезгуем, ребята. Сейчас мы еще клад пойдем копать. О, будет звезда-то вообще всему. Живому. 14 пороха. Да ладно ты. Изынк. Пролетарий. О! Сокровище пустоши. Я обнаружил, что мед — природный антибиотик, который лечит большинство неприятных инфекций. Я узнал небольшую хитрость, как добывать немного меда из деревьев. Ах! Ах, уедь? Ах, приезжай! Это что за фокус такой? Мед из деревьев? Как? Подоить? Это вроде как не березовый сок. Оно так не должно работать. Ну, сейчас узнаем, как это. Где ты? Мед — природный антибиотик, который лечит. Так, я узнал. Большую хитрость. Мед из деревьев. Давай. Че нет-то? Сейчас мы здесь ору. Ну-ка, давайте. Мё. Да. Дрон-медик. Эдик. Ему немного эдики. И чё? Я выучил. Он мне теперь добывать его будет из деревьев? Или как это работает? Так, здесь был, 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 здесь. Здесь уж тем более был. Так, по правилу средней руки передвигаемся сюда. Тут же никого. А вдруг? О! А вы говорили, засахарилась. Халява. Так, тебя надо тоже копануть. Не пропускаем. О, это глина. Прям халявная глина-то. Глина. Так. Ну, эти я не буду продавать. Ух, собака ты злая. Глины надо много. Из глины мы будем делать кирпичи, а из кирпичей мы будем их откладывать, когда нас придут это... Того самого. Так, фонарик. Идешь со мной. Ох, верни, Леша, ох, верни, Саш. Кстати, если вот это ковать, то тоже должны вываливаться кирпичи. Хрена тебе. В нос тебе вываливаться будет. Так, и здесь. Это орешь-то. Не ори. Что это такое? Не гриб? О, уголь. Игорь. Извините. Уголь. Уголь. Много уголь. Товарищи, да здравствует коммунизм. И правда уголь. Надо... И слушайте, а это тут угля-то... Мне же из него этот делает. Так, отмечаем, делаем, значит, заметочку. Сохранить точку маршрута. Уголь. Уголь. В подвале. Жду. Это в смысле мой дом, что ли? Железо, железо, день. А, день — это деньги. Я думал, сова. Ладно, валим отсюда. Времени мало. Надо скорее, нам торопись. Знаешь, что я за птичьи. Почем? Бут очка. Он ее даже брать не хочет. Чувствует мое презрение. Большая клетка для животного. Баксбан, я для тебя место нашел. Бросить.
Она все равно 3 доллара весит, поэтому перегруз не хочу. Так, здесь мы все, в принципе. А, слушайте, а я и тут не посмотрел. А может, тут еще и железо где? Месторождение. Вот, и железо. Хрена. Хрена, обманули. Это тут железо. Так. Это я, по-моему, кругами уже. Ну, выпусти меня. Игра! Отпусти. Чудо-трава. Потерялась я. Прыгала-прыгала и потерялась я. Вот, как раз мимо угля, и хрен ты отсюда вылезешь. А хотелось бы. А у меня лестницы с собой нет, и я не могу ее сделать. Лес. Вылез. Что-то я вообще ничего не могу сделать. Кстати, у меня есть мед. Можно получить рецепты. Ну и что я тут могу? Банка меда. Бутылка меда. Противоядие. Ой. Противоядие. А кто же тут отъедет? А, ну скорпионы. Понял. Так, ладно, выползу, скажу. И оказывается, все это время бегал вокруг лестницы. Сиди, дурак, я сам открою. Ладно, ладно, вы. Топографический кретинизм. Называется. Все, поехали отсюда. Нехрен нам тут ловить. Выход сразу же нашел. Так, где мой дядя с большими ушами? Мне еще передохранитель надо какой-то взять там. Помните? И че? Вот я подхожу к дереву. Улыбаюсь. Говорю, хозяин, дай рыбки. Мала. Ветка. Мала. Еще ветка. Еще смола. О! О, блястяще! Блястяще! Ах! Семя дуба. Дуб. Хе. Так, что у меня самое тяжелое? Ну, теперь, естественно, у меня самое тяжелое бревна. Ладно, пойдет. И так сойдет. Ползешь, ползешь. Почтовый ящик. Где мое письмо? Опа! Семена хлопка. Нужно? Не нужно. Разобрать. Плюс 50. Просто на халяву. Халява, приди. Чуть это у меня тут растение внезапно. Подпрыгиваем. Да, конечно, не идет. А вот с кувалдой бы бежал бы. Была баба Люба, она бы дала. Время-то час, да, 21 день, я знаю. Меня почему-то переклинило, что... Я считал по 12. Думаю, 12, 18. Но это получается по 6, а надо по 7 умножать. 7, 14, 21. Это был мой косяк. Ну, иногда бывает, знаете это. Я все время на Л пытаюсь нажать. Сколько много у меня игр разных. Лям-лям-лям. Ну, интересно играть. Чего не говори, все-таки интересно. Особенно с этой модификацией. Вообще топчик. Топчик. Поднятие тяжестей 21. Так, кондор или бенцалой? Я думаю, кондор. Кондер. Надо завершать. А тут что? И что, надо выбирать или что? Конечно, к мини-байку. Не важно, блин. Меня тут уже идут ахать. Награда завершена. Так, вот и наши запчасти. К мини-байку. Я, правда, не обратил внимания, что мне там еще давали. Так, ну что ты? Особое задание. Открытие торговых маршрутов. Неважно. Вначале клад, потом все остальное. О, сколько всего вкусного. 4000. 4000 из дюков. Ребята, и надо сразу же открывать вот это вот. И кондер. Кондер. А чем стреляешь? 10 миллилитров патроны. Это значит, вот с этого я могу разобрать. Я тебя продам. Я тебя плюну. Так, надо до дома по-быстренькому. Прям вот вообще по-быстренькому. Очень-очень быстренько, начальника. Tomorrow. Tomorrow. Будете сейчас. И tomorrow, и не tomorrow. Давайте разбирать. А, нет. Дома. Все дома. Вначале домой, потом все остальное. Где мой? Sweet Home. Алабама. Вернусь, когда прибегу. А что ты на паузу не ставишь? Не хочет эта собака бегать. Особенно, когда
Слишком много приходится бегать. Сразу создаем, потом бетоном улучшим, и будет нам счастье. Так, сплевываем все лишнее сразу же. 12 фар, все никак. Все никак, все никак. Так, у меня есть тундук. Сейчас кофер поставим. Фонарей тоже не продал, но торопись, ребята, торопись. Так, кофер, кофер, кофер. Куда тебя воткнуть? Вот сюда вот будешь жить. С этим по ребрикам этим. Бордюром. Так, автопердача. Так, сплевываем сюда. Котик нам не простит то, что мы едим его. Это 4000 денег, это шикарно. У меня есть две платы. Внезапно появилось две платы. Сплевываем еще сюда. Вот у меня есть медная какушка. А, вот у меня выключатель. А, это не те. Не те. Это не те. Кстати, я не могу найти свой ключ. Не исключено, что у меня его просто нет. Вот, молодец. 10 тысяч килограммов. Сколько варить в граммах? Что самое дорогое? О, тут еще говна хватает. Так, пистолет излома мы тогда с вами модификацию с него снимаем, этот глушитель. Экс, берем наш пистолет, модифицируем и втыкаем в него глушитель. О, вот это хорошо. Ну-ка, покажи мне его. О, и правда с глушителем. Волшебник, что ли? Так, сплевываем все остальное. Нагрудник оставим. Так, здесь места нет. Есть гипс и есть тухляк. Тухляк идет сюда. На его место сюда приезжает пистолет излома. Тухляк, потому что у меня лежит вот тут. Правильно сделал? Правильно сделал. У меня есть кирпич. Внезапно. Тоже лишнее, тоже тяжелое. Я думаю, все эти комбинезоны... Слушайте, у меня такой сраный нагрудник. Прям печалище вообще полное. Так, сюда скидываем тогда. Бам, не хочет. Части бензоинструмента пригодится. Вот это вот все сюда пока скидываем со статорами и с еще всякой твари по паре. Так, здесь наплавилось, наплавилось. Где-то я видел 4 кирпича отложенных мною лично. Так, ну потухнет. На тебе еще сюда доски. Облегчением. 99. Идем на рекорд. 12 цемента и 100 камней. Сейчас, сейчас. 100 камней возвращаем себе взад. А, цемент. Пока не знаю, куда совать. Давайте сюда. К ступке с пиздиком. Есть такая буква. И глина. И глина. Так, агдезионный клей. Где-то у меня здесь он валялся, по-моему. Не угадал. А может быть тут? Не угадал. Но что-то убрал. Да, тут. 32 штуки уже. Охренеть. С этой бочкой? Открыто. Занято. Ну-ка, давайте. Ну, давай. Нет, целый мотоцикл. Сразу же. Е-бой. Чё ты мне дал? Колесо мини-байка, свинцовый аккумулятор и руль мини-байка. И все. А я думал, он мне все выдаст, а он мне тут... Обманули. Аккумулятор, естественно, сплевываем. Давайте и канистру сюда сплюнем. Все-таки тяжелая сука. Так, проверяем, что у меня нет ничего лишнего. Это на продажу, это на продажу. За этим мы сейчас с вами прочитаться по-быстренькому. Принять. Во имя новой Сары. Принять. Найдено сокровище. Километр. Да, ну вас на этот. Слушайте, правда, надо бежать. 16 километров. Это я прибегу туда. О, видите, хочу. Найтайм, дитя. Найтайм, дитя. Так, а я могу не прервать этот квест и взять еще один. Сейчас мы возьмем все-таки у этого хрена. Деньги-то я с собой взял 4000. Вроде дома денег нет. Фишки, казино, дюка. Сейчас мы прибежим по-быстренькому к этому хрену. Так, вернулись мы сюда. Смотрим, что нам нужно на велосипед. Мне нужна рама. Рама. Рамы нету, да? Рама. Нету. Мне нужен молоток. Не молоток, а что там... Как он называется? Для делания вот этого железного кувала. Пила. Пила. Нет, только кирпичи есть. Так, по-быстренькому, очень-очень быстро снова. О, хрюк лодочный. Два подсумка. Почем подсумок? По 600. Много. Так, техноманьяк. 1500. Жалко мне 1500 на это говно тратить. Так, дедушкин обучающий эликсир, 3000, кевларовая лента, 2400, да ты вообще с ума сошел, отбивающий на поле, 1500, так, армейские поножи, все по 1500,
Что делать? Так, это мне не интересно, это мне не интересно. Продвинутый ремкомплект. Учиться делать продвинутый ремкомплект. Кстати, я бы это его, того самого. Научитесь чистить. Не научусь. Гид. Калечащий выстрел в ногу. Будем учить. Книга навыков поиска добычи. Повысить ваш навык. За 3000. Пошел бы ты, знаешь, в какое место за 3000 повысив мне. Это все подорожало. Инфляция. Хватит ее нежно, хватит ее полностью. Так, ничего нет и получится. Я вот интересно, бобовик, нет денег, очко и все остальное. Да сам ты, мать блядь, использовать. Теперь мы луком будем калечить в ногу. Успеем мы добежать? У нас время, в принципе, 17, 5 вечера. Я, в принципе, готов и налегке. Ну что, наверное, так и поступим. Вернемся, когда добежим. Вот самое обидное... Иди в жопу. Вот самое обидное, что когда я пытаюсь себя облегчиться кнопочкой переместить все, я все время почему-то перемещаю с себя патроны. У меня одна пуля вот такая хорошая. Здесь и здесь вот совсем не алло. 14 штук. То есть постреляться мне в принципе и не получится. Главное сейчас на волчонка не наступить. Ему на хвост. Тогда все у нас будет отлично. 170 кадров. Вы видели? Вы видели? 150. Охренеть, это чё? Кстати, металла в эту сторону очень много. Так, ну мы уже рядышком остались, 200 метров. 7 миль для бешеной собаки, не хрюк. Ну давай отдохни. Я ей банку кофе, которую вылил, перелил себе, я эту ей банку и... Так, а чё я там купил и вам показал, да, выучил. Хорошо, мы по крайней мере будем калечить. Будем надеяться, это не какой-то... Иди в зад. Кстати, вот надо вот это вот найти будет... Может быть, сразу отметить, потому что иначе у меня тут это... сокровище Сары. Давайте. 3, 2, 1. Потом переименуюсь, потому что это иначе меня вкусит. Так, сокровище Сары. Успеем ли мы выкопать это сокровище? У меня, как обычно, под конец серии происходит полный звездец. Судя по тому, что... Ну, слушайте, оно же отмечено, отмечено. И прям вот отмечено, прям... Говорит, вот сюда ходи. И вот... Найти сокровище рядом. Да вы троллите меня. Ладно, экспресс-методом начинаем копать. Когда найду сокровище, я вам сообщу. Вот просто охренеть, сколько я здесь вырыл. Обратите внимание, вот все вырыл, лишь бы эту херню найти. Бля, стяще. Он еще и это. Да ты сука. Взлом очка нужен, ребята. Так, а можем ли мы это... Бля, стяще. Так, взлом. Где этот взлом-то? Едите его в мать. Еще кто-то какая-то сука ходит. И где у нас эти взломы-то? Так, вот он. Надо брать. Ну и как? 25 взломов. Могу ли? Алена. Могу ли? Времени очень мало. Ух, Япона, а чё она так дергается-то? Ну-ка. Мандражирую. Заколкой вообще, наверное, не вскроет. Да чё ты дергаешься-то? Вот, по-моему, пошло вот где-то здесь рядышком, да? Вот. Запомнили пиксель. Ну-ка, ещё немножко. Еще чуть-чуть. У меня час остался. Прям писечку. Ох ты, звезда, блин. Сами посмотрите, что я там надрал. Мне надо очень срочно бежать отсюда. Давай, бля. Беги! Так, бежим до дома и вернемся, когда что-либо произойдет. Потом подведем итоги. Подбегаем прям секунда в секунду. Еще 10 минут и будет конец. Но я уже прям близко-близко. За этим домиком и следом мой домик уже приближается. 8 минут до старта. Если я сейчас не добегу, а у меня оказывается еще и перегруз что-то меня напихал. Но по крайней мере патрон на дробовика напихал немножко. Надо чуть-чуть. Дальше на в позе мама мыла раму доползем. Да нет, все, добежим. 3 минуты осталось. То есть, лечу, отбрехаемся. Давай, вон твой дом. Женщина. Йо, хэппи-энд мне. Ух.
вот это вот ей не повезло бы. Я вот на ее месте вот так вот бы здесь в зомби-апокалипсисе бы не бегал. Ой, как светло. Ура, милая, я дома. Хоть залазит? Залазит. Мое. А тот не могу взять. Ну и хрен на него. По крайней мере, я дома, и это меня несказанно радует. Фу, ребята. Так, ну что ж, подводим итоги. Что у нас тут взято? В общем, ту его хучи глины. Сразу же идет мне в кирпичи. Ура! Создаться. Много кирпичей. Будем строить свой домик. Хороший. Так, помощники разных форм. Вот как раз из этих помощников и получается вот этот вот. Не помощник. Ступка с пестиком. Сдается. Так, что мне надо далее? Подводим итоги. Части пипи. Дробовик из хлама совсем хламный. И совсем печальный, да? У меня скоро место кончится. Вот мои бутылочки. Привет. Здравствуйте. Так, что у меня еще очень тяжелого? Все эти фонари ношу. Все никак и никак. Никак и никак. 143 бакса. Но это меня несказанно радует. Так, это я сюда поговорил. Так, дроби. Много дроби появилось. Мы, наверное, вот тоже сюда вот будем эту дробь скидывать, да? Ебой. Куда я проиграл свои патроны? Вот они. Попали. Сука. И вот еще 20 кирпичей отложенных. Ребята, что делает? Еще 20 кирпичей отложенных. Так, мне там надо будет того самого 5 патронов, 44 патрона, 10 патронов. Хорошо. 10 патронов меня устраивают. Где мне надо сделать отдельный патронтаж? Сундук только с патронами. Вот у меня есть ту его хуча кожи. Вот это вот сюда, вот сюда, вот это сюда. Оттипаемся. Так, у меня есть банка, 3 ремки, это хорошо, пару фонариков на продажу, это все на продажу, 3000 рублев осталось, и серебряные самородки. Куда? Может быть, мне оставить оборотня в апокалипсисе? Вполне возможно. Верно? Неверно. Рецепты. Что мы можем сделать? Серебряный слиток. И что? Создается в горн 3 уровня. Нет, он продается в горн 3 уровня. Так, далее. Типаемся. Здесь у меня тоже всякого хлама. Каждой твари по паре. У меня даже труба есть. 7 труба. Так, старая книга. Книга. Надо наделать этих стрелов. Вибрострел. Вот же они, блин. Кто-то стрелочку не взял. Какая сволочь стреляла. Так, кирпичи, эти палки вернуть. Палки хорошо. У меня вон много-много свечей себе можно за здравие поставить. Кирпичи делаются, ребята. И это меня несказанно радует. Порох. Вот такой вот я отважный. По ночам бегаю, как в жопу укушенный. Так, порох. Порох сюда. В 63 пустых бутылки надо наполнить. Так, траву. Траву складываем. Места нет. Но вы держите. Щепки в растопку. Траву сюда. Так, далее. Что мне нужно? Мне нужен стол оружейника. На него, к сожалению, 150 очков и ту его хуч пластика. Это я могу. А что получу? А, стекло получу. Не хочу. А если это раз... А это можно только себе надеть. Жалко. Чуть стекло себе не получил. В общем, по деньгам мы сейчас приподнимемся, перебежим утром. На следующий день, естественно, в этот. Да, стрел мало. Маловато будет. Маловато. Так, сейчас у меня тут перьев не хватает, да? О, нет. Создаться еще 16. И я, по крайней мере, по всем перьям. Мы можем всю кожу туда плюнуть. Что у нас тут особо? О, подсумок. Кстати, могу сделать. При установке на член, нагрудник, перчатки, ботинки увеличиваются вместимость инвентаря. У меня и так он увеличен. Хрен увеличишь. Давайте это. Посмотрим, что нам здесь нужно. Нужно какой-нибудь бартер взять. Обязательно, не ори. Какой-нибудь бартер взять, потому что это повышает наш уровень этого. Вот, харизматичная натура. Здоровье союзникам. Не харизматичный. Пришлось отмычку взять, иначе совсем печально. Полевой Эдик. Эдик! Где же наш бартер? Во. Охотник за сокровищами. Найдите на 10 больше предметов, в закрытых сокровищах область поиска уменьшается. Я это уже понял. Я бы взял. Мне еще долбатель нужен по-любому. А чё, тут нету вот больше с этим полевой Эдик.
харизматичный, дерзкий, авантюрист. По-моему, это больше дюков, по-моему, оно, да? Или выгодный бартер, лучшие цены на покупку. Вот хрен его знает, то ли бартер, то ли дерзкий авантюрист надо брать, который повысит ваши это, дюков за выполнение миссии, больше дюков, дополнительный выбор награды. Вот это бы я хотел, но у меня такой печальный интеллект, что мне даже самому стыдно. Ну глупый, ну глупый, ну что делать? ПП, взрывчатки, робототурели и шоковые дубинки. Вот меньше всего мне сюда бы хотелось бы вкидывать, но потом боботов-то будем делать. Лучшие цены на покупку-продажу. Я думаю, что я пересмотрю видео от товарища Ра и узнаю, какой мне нужен. Либо вот это, либо вот это. И у меня еще останется. Я бы и туда, и сюда взял, конечно, но мне так не хочется в интеллект качаться. Шанс расчленения. Так, что у нас там? 12 ночи, а здесь у нас 40 минут нашего замечательного видео. Ну что ж, мои дорогие друзья, очень рад, что вам прекрасно заходит 7DS, вы все по нему безумно соскучились, как и я, и мне здесь очень интересно, несмотря на альфа 20, модификации делает прелести. Огромнейшее спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии, иногда я их все-таки читаю, и очень было безумно приятно, ребят. Что-то вообще нет никого. Нет, он бруидный. Я уж обрадовался, думал, вымерли. Не забывайте поддерживать меня. Если возможно, то финансово, хоть по копеечке мы будем все-таки на операцию собирать. С каждым днем все хуже и хуже видно, к превеликому сожалению. Ну что ж, быть добру, всем всего хорошего. Подписывайтесь, оценивайте, как говорит бесполезный. Пишите, жмите и всего вам самого наилучшего. Ну а мы потихонечку сворачиваемся. Икс, стоп, сейчас вылезет моя. Не забудь, как я ее сделал. Какой молодец. Каждым днем все стараюсь все больше и больше улучшать контент. Все, всем удачи, всем пока.